В спорткомплексе «Дахсун» проходят чемпионаты первенства Якутии по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 30 спортсменок 2002-2006 годов рождения. Юные гимнастки представляют Якутск, Нерюнгри и Мирный. Эти соревнования – отбор для участия в первенстве Дальнего Востока, которое пройдет уже в январе. Здесь также будет проводиться отбор на предстоящие международные игры «Дети Азии», которые пройдут в Монголии. На ковре спортсменки соревнуются в многоборье отдельных видов и групповых упражнениях. Судить соревнования приехала Татьяна Грибкова. Сейчас немножко сложности у всех в связи с тем, что в новом цикле 2017-2020 года новые правила, изменения в правилах соревнований. Вот. И так как Россия у нас впереди планеты всей, мы именно в художественной гимнастике мы проводим уже сейчас соревнования по новым правилам для того, чтобы подготовиться к новому сезону. И некоторые, может быть, не успели поменять программы. Некоторые, может быть, не столько отработали, ну, как необходимо. Но еще есть время, целый месяц до старта основного.